Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, где отметил важность работы школьных преподавателей и призвал усилить набор в педагогические вузы. Преподаватели Кушетавского университета имени Шокана Уалиханова собрались для просмотра и обсуждения ежегодного послания главы государства. В ходе встречи отмечены ключевые приоритеты. Президент в своем выступлении сделал главный акцент на системных экономических преобразованиях, нацеленных на повышение качества жизни граждан. Было выделено 9 приоритетных направлений. Так как мы в сфере высшего образования, то хотелось бы отметить науку. Сказано, что квалифицированные кадры должны готовиться не только в вузах, но и организациях технического и профессионального образования. Следующий год назван годом рабочих профессий. Например, в Акмолинской области нужны аграрные специалисты. И немало других. Университеты региона должны это принять во внимание. Лектор университета Ерлан Наурызбаев выделил основные моменты 9-го направления послания. В нем сказано, что следует всемирно утверждать в обществе идеологию закона и порядка. Одна из важных задач – борьба с наркотиками. Будущее нашей страны – молодежь. На сегодня здоровье молодежи находится в зоне риска. Злободневная тема – синтетические наркотики. Молодежь из-за необразованности, либо из-за быстрого способа заработка денег идут на такие преступления. Я, как юрист, часто читаю лекции на эти темы, также по региону, в школах и университетах. Также преподаватель отметил, что у нынешней молодежи нужно формировать правовую и юридическую грамотность. Стоит отметить, послание главы государства включило в себя около 100 различных инициатив, предложений и поручений. Зарина Беккалиева, Жерсино Мирзак, Кукше, Ахпарат.